Я напомню, что совершать обряд купания можно только в официальных местах, проверенных специалистами. Купаться в самодельных прорубях строго запрещают сотрудники МЧС России по Алтайскому краю. Каждый сантиметр важен при принятии решения, можно ли бурить лед для установки купели, либо он еще недостаточно крепок. По нормам лед толщиной в 10 сантиметров выдерживает человека, толщиной в 50 сантиметров более 50 человек. Следить за состоянием льда будут во время массовых купаний 19 января. Традиционно в Крещенском городке будут дежурить полицейские, спасатели и медики. На территории города Барнаула открывается две купели. Одна в районе Нового моста, вторая в районе казенной заимки. И уже по предварительным данным толщина льда составляет не менее 55 сантиметров и позволяет провести праздник в полном объеме, примерно при количестве одновременно находящихся на льду до 60 человек. В этом году для льда были благоприятные условия. Он намерзал равномерно, нет каких-то структурных таких серьезных изменений и каких-то моментов, связанных с намерзанием и оттепелями. Вот. В целом структура льда нормальная, равномерная, и это позволяет говорить о том, что прочность его довольно высокая. Я отмечу, что крещенские купели построят практически во всех населенных пунктах Алтайского края.